Лучшая часть обучения на программе предуниверситетской подготовки — это возможность встретиться с самыми разными людьми с различными интересами и стать частью большого сообщества талантливых и умных людей. Учебный год на программе предуниверситетской подготовки подарил мне незабываемый опыт. Я получил возможность развивать академические способности и личностные качества, такие как критическое мышление, письмо, чтение, навыки общения. Что мне больше всего нравится в Назарбаев университете, так это дружеские отношения между профессорами и студентами. Каждый из учителей становится тебе в какой-то степени твоим другом и наставником, который всегда готов прийти к тебе на помощь и помочь не только в академическом процессе, но также и в других аспектах твоей жизни. Назарбаев университет предоставляет возможности как и для академического развития, так и для физического развития. В этом университете имеется больше 150 клубов, которые способствуют самосовершенствованию учеников и помогают им развить свои навыки. Foundation — это очень хорошая программа, она мне очень помогла адаптироваться, хотя я сначала думал, что я могу потратить время зря. Но на самом деле я завел новых друзей и вообще привык к этому универу и подготовился к тому, что меня ожидает в следующие 4 года учебы. Назарбаев университет полон вдохновляющих возможностей. Все начиная от занятий до внеклассного общения, открывает возможности для саморазвития и самосовершенствования. Здесь вы станете другим человеком. Я верю, что студенты могут приобрести новые передаваемые навыки и в то же время общаться с преподавателями и студентами, которые поддержат их в будущем. Я верю, что у каждого появятся свои перспективы в нашем университете. Удачи!